Любимые царевны идут в кино. Кого нарядились, того и превратились. Меня Марфуша зовут, и я оборотница. Царевны и таинственная гостья. Уже в кино. Староста. Урок окончен, а теперь пора поговорить о том, чего давно не хватало в школе. Ура! Рагу по-эльдорадски? Я тоже обожаю рагу по-эльдорадски. Но речь сегодня пойдет о другом. В ближайшее время нам предстоит выбрать старосту класса. А что делает староста? Помогает одноклассникам, ездит с учителями по волшебным магазинам. Лучше оказаться в пасти дракона, чем ездить по магазинам. Это не для героя. Значит, по магазинам. Да, помогать носить покупки. Ну и, конечно, староста будет представлять класс на торжественной встрече волшебных школ. Скукотища! На торжественной встрече! А, и чуть не забыл. Портрет первого староста Дивногорья украсит школьный коридор. В красивой рамке, разумеется. Вы, конечно, понимаете, что старостой должна быть я. Почему это сразу ты? Во-первых, я сшила себе новое суперкрасивое платье. А во-вторых, подобрала самоцветы, чтобы вставить в корону. Значит, мой портрет лучше всех украсит школьный коридор. Василиса, по-моему, мы выбираем старосту, а не самый красивый портрет. Но вы только представьте, как я появляюсь в новом наряде на торжественной встрече школ. Сначала у всех перехватывает дыхание, а потом один за другим все попадают от восторга. Скорее упадет твоя корона, если будешь так задирать нос. А старостой буду я, и я буду ездить с учителями по магазинам. Кощей и профессор обычно отправляются за покупками, когда у нас уроки, так? Ага. Ну вот, значит, я смогу совершенно законно пропускать занятия. Ладно, девочки, за кого вы проголосуете? За самую модную старосту или за самую ленивую? Васка, Ливан, за кого вы проголосуете? Правда, за того, кто лучше играет в футбол? Я проголосую за любого, кто приготовит рагу по-эльдорадски. И я. Это вкуснейшее блюдо известно даже в царстве семи вершин. Правда, чтобы нарезать взрыв перчик, нужно быть настоящим мастером готовки. Ха, вряд ли кто-нибудь из вас рискнет его приготовить. Может, не стоит, Варечка? Я же хочу стать старостой. Значит, стоит. Вот и продолжай хотеть. А стану я. Аккуратнее, осторожнее. Ах! Волшебный эльдорадский взрыв перчик. Именно он придает рагу особый неповторимый вкус. И он будет мой. Нет, мой. Осторожно! Взрыв перчик требует аккуратного отношения и особой обработки! А у перчика действительно взрывной вкус! Девочки, это вы натворили? Надо скорее все убрать! Не мы, а она! Она натворила, вот пусть и убирает! Ах так? Да это ты виновата! Не переживайте, я помогу! Не пойму, как решить эту алхимическую задачу? Соня, я тебе помогу. Я же будущая староста. Правда, я тоже пока не понимаю. Раз не понимаешь, отойди. Помогать буду я. А Соня за меня потом проголосует. А вот и нет. Отдай чернильницу. Спасибо, Аленка. Мое платье! Что ты наделала, Варя? А ты на мою тетрадь посмотри! Из-за тебя мне все теперь переписывать! Надеюсь, старосты освобождены от домашних заданий. Я донесу покупки, профессор! Нет, лучше я донесу! Спокойнее, девочки! Тут всем хватит! Только прошу вас, осторожнее! В этом сосуде, например, туман-пересмешник. Он меняет голос всем, кто в него попадет. Ну вот, туман-пересмешник весь вытек. Я же просил, осторожнее. Это все Василиса. Она специально под ногами болталась и всю мою осторожность на нет свела. Да если бы ты меня нарочно не врезалась, я была бы мисс Осторожность Дивногорья.
Спасибо, Аленка. Если я стану старостой, нам тут же разрешат ложиться попозже. Вот увидите. А когда я стану старостой, у нас будет столько выходных, сколько нет ни у кого на свете. И чего вы спорите? Можно же заранее узнать, кто будет старостой. Нужно только посмотреть волшебный колодец предсказаний. Ага, и ты тут! Скорее превращайся в лягушку! Ее тащить легче! Спасибо, ты нам очень помогла. Объявляю результаты выборов. Единогласным решением старостой класса выбрана Аленка. Я? Конечно, ты. Пока Варя и Василиса спорили, ты всем по-настоящему помогала. Мы и сами проголосовали за тебя и помирились. Ну, тогда я постараюсь быть хорошей старостой. И в честь этого события приглашаю всех на праздничный обед. Да, совсем забыл. Сегодня в меню мое фирменное рагу по-эльдорадски. Ура! Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Капризика. Великанская морковка! В 33 раза крупнее обычной. С такой морковкой мы точно возьмем главный приз на волшебной ярмарке. Лучший фермерский продукт года! Сейчас я вытащу самую большую. Глядите! Такой морковкой и гномика не накормить. Если бы был конкурс «Худший фермерский продукт года», там бы точно выиграли. Ну как же так вышло? Мы же все делали по методу великанов-садоводов, а ярмарка уже завтра. Нам ни за что не успеть вырастить новую морковку. Главное – не вешать нос. Мой папа говорит, даже из кислых ягод можно сделать варенье. Но у нас из ягод только морковка. Это такая мудроземская поговорка. Она означает, что даже трудную ситуацию можно повернуть себе на пользу. Так, так, так. Раз у нас только день, посадим то, что за этот день успеет вырасти. Капризику! Даша, ты что? Вырастить капризику по силам только профессорам ботаники. Она же жутко капризная. И вырастает, где ей вздумается. А если ее сразу не полить, тут же сбегает. На солнце сохнет, от ветра вянет. Зато у нее такие вкусные ягоды, что с ними мы запросто выиграем в конкурсе. Как только увидите росток, лейте на него всю воду, а то сбежит и ни в каких сапогах-скороходах его будет не догнать. Вот он попался! Геройский прыжок! Все во двор! Приготовить лейки! Как сквозь землю провалилась. Ну все, о конкурсе можно забыть. Ни за что. Росток просто ищет подходящее место, чтобы капризика стала выше и вкуснее. Разделимся и найдем его. Если росток вырастет среди цветов, капризика будет еще слаще. Если у реки сочнее. А если у яги, то она нам его не отдаст. Маринованные пенки, тушеная крапива. Все лучшее из книги лесных рецептов «Отборная жуть». На волшебной ярмарке будете главной сенсацией. О, не как капризика. Сейчас мы тебя... Если Ига ее польет, капризика останется с ней навсегда. Молодец, Аленка. Ну и подумаешь, не нужна мне такая капризуля. Вообще-то из меня садовод так себе. У нас в царстве семи вершин на вершинах только мох и растет. Но мох совсем не капризничает. Не то, что это. А, капризика! Да, Ливан, ботанику тебе придется подтянуть. Это же просто земляника.
Ага, ну теперь-то точно поймаю. А это чертополох. Ну что ж, он храбро сражался. Вот она, на холме. Жди здесь. И смотри, как действуют настоящие мастера. Садоводство. Василиса! Мы ее почти догнали, а из-за меня все пропало. Мы что-нибудь придумаем. Да что можно придумать? Воды-то не осталось. Ни капельки. Одна все-таки осталась. Семивершинскому мху, чтобы напиться, достаточно одной капли росы. Может, и с капризикой так получится. Это выше всех моих ожиданий. Ага, и всех деревьев. Капризика! Думаю, мы ее больше не увидим. О, ура! Теперь победа у нас в кармане! Смотрите, ей так жарко на солнце, что она сбрасывает с себя листья. Срочно нужен тенек. А на небе не облачко, только камни. Васка, здорово придумал! Смотрите, чудеса ускоренного созревания! Ловите их! Если ягода наткнется на камень, то лопнет! Нам ее не остановить! Попробую управлять! Номер с мечами! Осторожно, камень! Чертополох! Ура! Отныне мы профессора ботаники! Все, больше ягод нет. Лопнули наши надежды. И солнца тоже нет. Оно садится. Значит, до завтра ничего уже не вырастет. Из любой ягоды можно сделать... Не вешайте нос! Я знаю, как выиграть конкурс! Да, жизнь волшебника, как капризная капризика. Никогда не знаешь, что она преподнесет и выкинет в следующую минуту. Как говорится в нашей кощейской поговорке, в любой ситуации можно что-то придумать. И из кислой ягоды получится варенье. Или из лопнувшей. Пеньки маринованные, хрустящие. Салат из крапивы, нежность в каждой ложке. Решением высокого жюри самым вкусным фермерским продуктом объявляется варенье из капризики. Школа Дивногорья. Перышки оближешь? По второму разу облизываю. Я протестую. Вы не разбираетесь в высокой лесной кухне. Оно и правда очень вкусное. Попробуйте. Тогда вот, маринованные пеньки. Это вам, сама растила. От сердца отрываю. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. День Снегури. Так, стол по плану сюда. Хотя нет, лучше сюда. Что у нас дальше по списку? Вечером я научу всех зажигательному зимнему танцу. Зимнему танцу. Летающих подарков в плане нет. Это от бабушки. Любой подарок. Как это? Любой. Именно. Я читала про такие. Любой подарок выполнит любое желание того, кто его откроет. Здорово! Можно пожелать все, что угодно. Самое красивое в мире платье. Или нет, 5 самых красивых в мире платьев. Лучше ручку-отличницу. Она сама за тебя всю домашку сделает. Или пижаму-невидимку. Никто тебя слишком рано не разбудит. А я всегда мечтала о ледяных туфельках. Или о волшебной шале. Она сколько угодно тянется, и ей можно укрыть всех друзей. Помечтали? А теперь за дела. Волшебные пряники. А у меня высокая кухня царства семи вершин. Рисовые звездочки с карамельной начинкой. Кощей Кощеич, можно? А у вас еще остались открытки летушки? Хочу позвать на праздник всех-всех наших друзей. Конечно, вот. Получивший такую открытку моментально окажется там, куда его пригласили. И, кстати, они очень неплохо летают.
Лови, лови! Кощей, Кощеич, она куда-то пропала! Ничего не понимаю. Все у них наоборот. Зима летом, пикник на холоде. Интересно, а что Аленка все-таки выберет, когда откроет любой подарок? Любой подарок? И как такую вещь детям доверили? Загадают же ведь глупость какую-нибудь. Надо его спасти. И загадать что-нибудь дельное. Открытки-летушки, летите, подружки. Зовите скорей на елку гостей. В зимнем небе стая открыток. День Снегурии наступает. Теперь ты в надежных руках. Баба-Яга! А ну стой! Отдавай любой подарок! Я бы любой другой не отдала. А уж этот любой, тем более. Что за праздник без погони? Правее! То есть левее! Поймала! Поймала! Но не ягу! Летающая карамель? Подарок утащила и угощение слопала! Пока! Даша, можешь направить стаю приглашение на ягу? Могу! Останьте! Хватит меня приглашать! Мой подарок! Ура! Да! Праздник спасен! Скорее в школу! А коврик-то, кажется, замерз. Ой-ой. Нам теперь до вечера обратно топать. И открытки сбились с пути. Молодцы. А знаете, чего... Где же ребята? И гости опаздывают. Да не волнуйтесь вы так. Гости скоро будут, а ребята, наверное, готовят Аленке... Аленка, мы здесь! Да вот же они. Мы летели за Егой, а потом коврик замерз. И мы такие, вжух! Было круто! Потом шли целый день. Зато вот, спасли любой подарок. Можешь загадывать свои туфельки. Ребята, главное, вы сами целы. А подарок я потом открою, когда гости придут. Гости? Но гости не придут. Мы все открытки на Ягу истратили. Мы хотели вернуться и сразу послать новые приглашения, но не успели. Значит, никто больше не придет? Кощей Кощеич, а любой подарок может исполнить любое-прелюбое желание? Любое может. И прелюбое тоже. Ну, тогда я знаю, что загадать. Как думаешь, шаль? Нет, думаю, туфельки. Хочу, чтобы здесь сейчас же оказались все, кому я отправляла приглашение. Шестилапик! Сработало! Профессор! А что? Можно подумать, вы мне не рады. Я по приглашению, между прочим. Ой, щекотно. С днем Снегуры! Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Приглашают царевны.
Секрет школы. Волшебные здания бывают самыми разными, но в каждом обязательно есть какой-нибудь секрет. Это может быть портал в шкафу или, например, в трубе. А может быть и тайная комната. Так, сейчас я попробую это нарисовать. Васко пишет, вот, что видите? В их школе тоже была секретная комната. Ух ты! Подготовить доклад о волшебном здании. На этом урок окончен. А вы не забыли одно из главных правил нашей школы? Наведи порядок и будь свободен. Эта научная литература поможет нам с докладом. Тысяча и один лабиринт, тайные комнаты их обитатели, что таит подвал. Давайте нашу школу исследуем. В ней обязательно должны быть какие-нибудь волшебные секреты, как в школе мальчиков. У нас была тайная комната с Минотавром. С Минотавром? Ну да, это наш директор. Он в ней домашку проверял. А помнишь чердак, где рок-группа призраков репетировала? Призрак, призрак, улетай. Вот видите? Значит, и здесь должно быть полно тайн. Сделаем доклад про школу Дивногорья. Кто со мной? Я. Секреты на то и секреты. Можно на них все время потратить. И так ничего и не найти. А мы все равно попробуем. Где будем искать? Где школы обычно прячут свои загадки? У нас комната Минотавра из библиотеки открывалась. Может, лучше в кафе? Заодно чаю попьем. Нужно искать в коридоре. Там всегда такой сквозняк, аж дрожь пробирает. Вдруг это из волшебной комнаты дует. Разобьемся на пары и осмотрим сразу все. Наша комната Минотавра открывалась, если потянуть за нужную книжку. А какая из них нужная? Ну, у нас она была на самой верхней полке. О, вот, все нормально, все в порядке. Ну вот, похоже, здесь нет никакого портала. В сказках волшебные существа забираются в дома через камин. Может, и в нашей трубе какой-нибудь портал есть? И там может прятаться какое-нибудь опасное существо. Ой! Не бойся, я тебя защищу. Да я и не боюсь, это я от неожиданности. Эй, кто там еще остался? Выходи. Портала нет, все чисто. Ага, чище некуда. Похоже, секретных комнат здесь нет. Пойдем лучше в классе поищем. Ой. Что это такое? Как нам отсюда выбраться? Сейчас, погоди. Не понимаю. Невидимых стен тут точно раньше не было. Давай попробуем ее расколдовать. Преграда, рухни предо мной. Пусти меня скорей домой. Ну-ка я попробую. Капкан, ловушка, западня, скорее выпусти меня! О, осторожней, невидимая стена! Что это такое? Кто это все картины со стен поснимал? Да мы тут, понимаешь, секретный ход искали. Варя, Даша нас не видит. Зато картину видит. А, летающая картина! А ну, брыз! Готово. Даша, это мы, Варя и Соня. Мы застряли в коридоре и не можем выйти. Помоги. И тут беспорядок. Что же они все натворили? Да ладно, ты чего? Мы как раз собирались навести здесь порядок. Варя и Соня стали невидимыми. Но почему? Васка, нас она тоже не видит. Здесь должна быть книга, которая поможет мне во всем разобраться. Ой, кто это? Аленка? Васка? Я ищу историю школы Дивногорья. В ней обязательно должна быть подсказка, как вас расколдовать. Давайте искать вместе. Вот она! Раздел «Волшебные особенности». Ага. Школа всеми силами помогает учебе. И все? И как это нам поможет? Аленка? Васка? Ты нас видишь! Ура!
И мы больше не заперты в библиотеке. Вот что значит правило школы, о котором говорил профессор. Наведи порядок и будь свободен. Выяснили, что если кто-то оставил большой беспорядок, школа не выпустит его из комнаты и сделает невидимым, чтобы никто не отвлекал его от уборки. Это и есть секрет вашей, то есть нашей школы. Только я не пойму, почему с нами раньше такого не случалось? Ну, раньше вы все-таки за порядком следили, а сегодня в погоне за секретами немного перестарались. Но за доклад всем пятерки. Молодцы, урок окончен. И, кстати, не забудьте собрать учебники. Какие смышленые ученики. Все схватывают на лету. Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Защитницы. Я на ходу засыпаю. Сама хотела в прятки доиграть, Соня. Вообще-то мы уже давным-давно спать должны. Ну и влетит нам, если застукают. Только что я получил страшное известие, профессор. Случилась катастрофа. Школа моего коллеги, Мерлина Британского, просто исчезла. Какой ужас. Надеюсь, с нашей школой такого не случится. А вот я бы не был так уверен, профессор. Они прибудут в полночь. И наш долг встретить их. Девочки, что все это значит? А что тут непонятного? В другой школе случилась страшная катастрофа, а в полночь те, кто ее устроил, нападут на нашу. Ой, девочки, мне страшно. Кощей Кощеич и профессор их остановят. А если эти чудища их как-нибудь обманут и придут прямо сюда? Как не вовремя Марлен в отпуск ушла. Это и наша школа. И мы тоже должны ее защитить от всего, что ей угрожает. Итак, девочки, у кого есть какие предложения? У меня есть. Как только они нос сунут, я им устрою. Исключено. Мы ничего не знаем об этих. Кто они там такие? Бросаться сломя голову глупо и опасно. Может, они больше в два раза? Василиса могла бы наколдовать прут у крыльца. Думаешь, они испугаются промочить ноги и уйдут? А Аленка заморозит воду. Скользкая ловушка! Класс! Молодец, Соня. Это, можно сказать, выведет их из равновесия. А потом они увидят воинов, испугаются и убегут. Даша, идея, конечно, замечательная, но где ты возьмешь воинов? Что-то я не припомню службы доставки воинов в Дивногорье. Доставим за полчаса или отдадим бесплатно? Ну, я вообще-то почитала кое-что из программы на следующий год. Так, пустяки. Учебников 6. И теперь знаю одно очень важное заклинание. Но прежде всего мы должны обеспечить оборону самых уязвимых участков школы. Защитить окна. Укрепить двери. И выставить дозорного. А теперь самое главное. Мое заклинание. Оно оживит этих медведей. Они и будут нашими воинами. Девочки, уже полночь. Полная боевая готовность. Мы уже почти закончили. Иду! Вот они. За главного, наверное, маленький. А здоровяк точно самый глупый. В книжках всегда так. Девочки, соберитесь. Василиса, давай. Решив напасть на нас, эти чудища встали на скользкую дорожку. Аленка, твой выход. Сработало! Нет, не сработало. Похоже, они сильные волшебники. Ничего, мы тоже волшебницы хоть куда. Ставим заграждение. Живая ограда из школьного сада. Спаси от злодеев гостей нам не надо. Ничего не понимаю, господин директор. Что происходит?
Хотел бы я знать, профессор. Ясно одно, в школе творится неладное. Кто-то явно не хочет, чтобы мы попали внутрь. Царевны могут быть в опасности. Царевны? Это как принцессы? В опасности? Это типа... в опасности? Я спасу вас! Мы спасем! Стойте! Да! Нет! Ой! Девочки, они очень сильные волшебники. Беремся за руки и поем оживляющее заклинание. Только ни в коем случае нельзя останавливаться. Славный воин в трудный час, пробудись, сразись за нас. Что это за звуки? Господин директор! Пробудись, сразись за нас. Васка, вперед! Это наш шанс совершить подвиг! Славный воин в трудный час! Лучше вам сдаться, сэр! А то мы за себя не отвечаем! Профессор, кажется, я нашел способ борьбы с этими медведями. Просто пощекочите их! Профессор? Кощей Кощеич? А это еще кто такие? Руки прочь от нашей школы! Понимаете, мы думали, что на нашу школу готовится нападение. Девочки, позвольте представить вам. Васко. Здрасте. И Ливана. Добрый вечер. Ливан и Васко учились в школе Мерлина. Но кто-то из учеников случайно оживил ее, и она сбежала. А ребят перевели к нам. Вот оно что! А мы-то приняли их за злых волшебников. Понятно. И вы решили спасти школу. Молодцы. Но все-таки подслушивать чужие разговоры не очень хорошо. Ладно. Теперь всем спать. Завтра начнется новая глава в истории нашей школы. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Отражение. Варя, ты куда собралась? А кровать заправить? Зачем ее вообще заправлять? Все равно ведь вечером ложится. Василиса, нам в библиотеку пора. Даша, ну ты чего? Я же не могу растрепанной ходить. Красота у тебя от природы. А ради знаний нужно потрудиться. Спящая царевна. Еще минуточку. Мне вообще ко второму уроку. Слишком много спать вредно. Это кто тебя главный по снам назначил? И вообще, нечего нами командовать. Ты нам не указ. Очевидно же, что без меня вы все проспите, везде опоздаете и ничему не научитесь. Девочки, хватит спорить, мы же подруги. Опять ты всех жалеешь, Аленка. Они так совсем о дисциплине забудут. С тобой забудешь. Вообще, знаешь что? Лучше бы у нас была другая одноклассница. Веселая и беззаботная, а не такая зануда. А я бы тоже хотела, чтобы вместо вас... были другие царевны. Самим поменяться не помешает. Я к ним со всей душой, а не вон как. Мне вот точно без них будет лучше. А это еще что? Ой, зеркальце. А ну выпусти меня отсюда немедленно! А я не могу. Не я же тебя сюда отправила. А кто? Это все царевны. Они пожелали вместо тебя другую одноклассницу и разбудили древнее волшебство. Так и появилась я. Теперь вытащу из зеркала своих подружек-царевен на замену твоим, как ты и просила. Все, мне больше нельзя смотреть в зеркало. Главное переловить вас поодиночке. Девочки, вы уж простите, что я была такой жуткой занудой.
самой противно. Теперь я буду другой, как вы и хотели. Повеселимся? Ой, вот я растяпа. Ничего, я достану. Ой, Варя, ты испачкалась, смотри. Да-да, спасибо. А тут здорово. Не то, что в зеркале. Только играть что-то неохота. Варя, ты не заболела? Вид у тебя усталый. Ничего я не заболела. Просто двигаться лень. Кстати, смотри, что я нашла, пока мы с Дашей играли. Ух ты! Примеришь? Спасибо. Ты только посмотри, какая красота. Я чёр без короны буду ходить. Терпеть не могу всякие блестящие штуки. Девочки, что такое? Мне такой кошмар приснился. Будто нас всех подменили. Прямо жуть какая-то. Это всего лишь сон. Вот посмотри, ты на месте. Привет, подруги! Почему не веселимся? Еще повеселимся. Осталось только Аленку заменить. Можно будет делать все, что хочешь. Или вообще ничего не делать. Вы только в зеркало не смотритесь, а то обратно поменяемся. Ну что, пойдемте Аленку менять. Ура! Обожаю прятки! Кто первый найдет Аленку, тот и победил! Значит, чтобы вернуть девочек, самозванки должны еще раз посмотреться в это зеркало. Ага. Аленка! Ау! Выходи! Будет весело! Попалась, Аленка! Спасибо, что вытащила меня. А как спасти остальных? Есть план? Как хорошо, что вы меня вернули. Там было совсем неуютно. Теперь зеркало у нас. Осталось показать его отражением. Вон она. Василиса? Ура, получилось! Я так соскучилась! Спасибо, что спасли меня! Рано радоваться! Нужно Дашу вручать! Только где же она? Упустим! Ну уж нет! Соня, выставляй зеркало! А где же Даша? Девочки, так мы же сами пожелали, чтобы у нас была другая Даша. Это мы виноваты. Что ж теперь будет? Эй, ты, стекляшка! А ну верни нам Дашу! Нам никакая другая не нужна! Мы нашу хотим! Даша! Настоящая! Даша! Вернулась! Знаете, девочки, вы у меня просто сокровище. Спасибо, что не бросили меня. Не нужны мне другие одноклассницы. Мне вы нужны. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Колдуем вместе. Ну почему нужно просыпаться каждое утро? Я так не говорю. Варя, перестань хулиганить. Ты всем мешаешь. В сегодняшнем расписании время на веселье не запланировано. Ой, похоже на Дашку.
Так, достаточно. Успокойтесь. Очень своевременное и точное замечание, Варя. Прошу прощения, Марлен. Это я так, ради веселья. Тогда тебе точно понравится сегодняшний урок. Он очень веселый. Мы будем изучать заклинание слияния. С его помощью две волшебницы могут объединить свою магию и наколдовать нечто неожиданное и забавное. Сейчас я разобью вас на пары. Вас пятеро, поэтому кому-то придется работать со мной. Только не это. Лучше тренироваться там, где вам никто не помешает. Ну, пойдем, напарница. А? Бе? Стпым? Что за стпым? Дурацкая книга. И зачем я ее украла? А ты молчи. Тебя не спросили. Украла, значит, нужно было. Это же книга заклятий мудроземья. Ну, я так думаю. Ну и что, что прочесть не могу? Выучу их язык и... Вот же, вот! Она ведь из мудроземья. Ну и зачем я буду учить их язык? Силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Что это? Это жидкий лед. О, как вкусно! Ура! Мы заставили их танцевать. С тобою, вдвоем, заклятие. Ты как-то невыразительно читаешь. С тобою, вдвоем, заклятие прочтем. Угу. А говорили, будет весело. Что? Говорю, с тобою, вдвоем, заклятие прочтем. Силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Постой, надо вместе читать. Так и должно быть. Варя, почему ты превратилась в меня? Даша, ты чего? Это ты в меня превратилась? Мы поменялись телами. А как нам поменяться обратно? Даша, мне нужна твоя помощь. И нет, это не просьба. Стойте! Вернитесь! Даша! Варя, я спасу тебя! Вкусно! Здорово колдовать вместе. О, Варь, ты чего так несешься? У нас не получилось заклятие. Мы поменялись телами. А потом появилась Яга и схватила Варю. Она думала, что Варя – это я. Мы должны спасти ее. Варь, ты говоришь точь-в-точь, как Даша. Еще лучше, чем утром. Да я и есть Даша. Вот это розыгрыш. И как это у тебя получается? Очень талантливо. А где Марлен? Не, ну с Марлен у тебя не выйдет. Почему? Она же помнит, как ты утром Дашку передразнивала. И ее, кстати, тоже. Ты не Даша? Нет, я Варя! Варя, Варя! Ну вот что, хватит. Ты же из мудроземья? Мне тут книгу одну старинную подарили. Уверена, что тут собраны отличные заклинания. Давай, переводи, что тут написано. Не буду. И вы меня не заставите. Неужели? Как это? Она ко мне прилипла! Переводи давай, тогда сниму заклятие. Стой, ты же порвешь ее! Ну что ж, не хочешь, заставим. После маленького заклятия щекотки кто угодно будет слушаться. Ура! Ты пришла спасать меня! А ты что здесь делаешь? Из-за тебя отличное заклинание щекотки в метлу улетело. А книга-то вам зачем? Смеешься? Сейчас я над вами посмеюсь. Видишь, молодец какая. Пообещала и смеется. Дашка, спасибо тебе. За что? Ну как, не бросила меня, спасла. Ой, да ладно. А ты что, разве бросила бы? Ну, конечно же, нет. Даш, а что, в той книге и вправду были какие-то страшные заклятия? Это была книга анекдотов. И мы не помогли. Не поверили тебе. Отправили к Бабе-Яге в одиночку. Да уж, не очень веселое получилось занятие. А можно нам уже как-нибудь поменяться обратно? Да, конечно. Для этого нужно прочесть последнюю строчку заклинания наоборот.
Попробуйте. Мини-деба Авцбешлов, мини-чдоб Ебжурт Улис. Варя, Даша, вы овладели заклинанием на еще более сложном уровне. Поэтому за работу в паре ставлю вам отлично. Подождите, подождите. Не получилось. Я все еще Даша. Ну и лица у вас. Варька, хватит уже всех разыгрывать. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Волшебная мастерская. Эй, ну послушай, я просто не пойму, и в кого ты такая обидчивая? Вот когда 5 лет назад ты мне на ногу наступила, я же вообще ничего, ни словечка, ни звука, сразу и простила тебя, помнишь? Воздух, земля, огонь, вода. Так, теперь нужно... А! Элементарно. А я научилась красить воздух, земля. Вы объясните мне, для чего это вообще? Натащили из подвала всякий хлам, и теперь давай, чини. Мы что, готовимся открыть ремонтную мастерскую? А мне нравится. Еще чуть-чуть, и у нас будет замечательный ковшик. Угу. Поздравляю всех вас с ковшиком. Ты злишься, потому что сама починить ничего не можешь. Кто, я? Да просто жалко время на это тратить. Кстати, профессор сказал, что это задание факультативное. Хоп! Кто хочет, делает, а кто не хочет... В общем, я пошла. Игры на свежем воздухе. Рекомендую. Будет желание, присоединяйтесь. Ну что, так никто и не выйдет, что ли? Ну и ладно. Эй, ну все, все! Мир! Приношу тебе свои... О, а что если совместить удар с заклинанием? И как это я раньше не догадалась? Только бы вот заклинание вспомнить. Стрелой улетаешь, чего-то там задеваешь, что ли? Ой, как я этого не люблю! Наверное, облака задеваешь. Попробуем. Хопа! Ух ты! Все из-за твоих глупых обид. Сидела бы дома, и труба на месте бы осталась. А я ведь только сказать собиралась. Уже почти сказала. Извинилась почти. Ну ладно, чего ты? Сейчас починим твою трубу. Я вообще-то самая крутая тут по своей волшебности. Ой. Что же это? Так я не то заклинание, наверное. Сейчас, погоди. Ой, видать, процесс не тот запустила. А как остановить? Как теперь остановить-то? Избушка миленькая, не уменьшайся больше. Сейчас, погоди. Я скоро. Что это с ней такое? Ее скоро можно будет в детский садик отвезти. Это я, что ли? Мяч попал в трубу, а в трубе у нее что-то важное, наверное. Вот она и уменьшилась. Понимаешь, у меня же колдовство носит характер этот, как бы сказать... Разрушительный. Да, а вот это, как его... Созидательное. Да, вот нет его, и все тут. Помоги, Кощей, по старой дружбе. Это когда ты мне подругой была? Ну, 200 лет назад, не помнишь, что ли? Я была такой милой белокурой девочкой. Кощеюшка, спешить нужно, а то она исчезнет. Обещаю не делать пакости. Неделю. Нет, месяц. Хорошо, 2. Варь, что случилось? Я там сильно навредила, короче. Заклинание неправильно сказала и у избушки трубу мечом снесла. А из-за этого она уменьшаться стала. Сильно?
Угу, вообще странно. При чем здесь труба? Может, у нее там что-то очень важное? Ну, ты скажешь. Девочки, я... Мне ее очень жалко. Она скоро вот так усенькая станет. Как помочь ей? Да просто! Мы же как раз сегодня ремонтом всяким занимались. Точно! Задание, задание. Где же оно? А, вот! Так, так. И заклинание. Девочки, поможете? Конечно! Бежим! Ой, ничего себе! Здравствуйте! Вы не переживайте. Быстрее, за дело! Так, левее. Вот так, закрепляй скорее. Варя, давай, у тебя получится. Воздух, земля, огонь, вода. Силы волшебные с ними всегда. Ура! Варька молодец! Ну что, пробуем? Ну же, расти! Это я виновата. Простите, пожалуйста, что я вашу трубу испортила. Мы ее починили, но... Вообще-то, это она сама ее сломала. Как это? Ох, как я этого не люблю. Ну и чего? Довольна теперь? Вот так это было. Девочки, вы молодцы. Я был уверен, что вы починили бы трубу в любом случае. Ну да, тем более вот у нас факультатив был как раз, ну, по этой теме. Починка там всякая. Вот-вот, я про это и говорю. Да, но ведь не помогло. Избушка все равно маленькая. А это уже по другой причине. О, выручил. Спасибо. Ну, нам пора. Избушка, давай домой. Про обещание-то не забудь. А я пальцы крестиком держала. Ой! Неисправимо. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Секрет. Хоп! Мастерство растет. А зеленый цвет мне как? Тебе лучше нежные оттенки. Голубой, молочный. Они тоже популярны. И тебе пойдут больше. Я же просила. Невозможно сосредоточиться. Что же нам теперь, шептаться, что ли? Да ладно тебе, Дашка. Мы тут и так стараемся, на цыпочках ходим. Девочки, я такой смешной сон видела. Перестаньте. Пожалуйста. Это я, что ли? Я, оказывается, вот такое умею. Ура! Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Оживитесь. Разомрите. Двигайтесь. Очнитесь. Что же делать? А, нужно бежать за помощью. И... Оп! Здрасте. Даша, ты куда так спешишь? К учителям. Ой, Марлен, как хорошо, что вы уже вернулись. Что случилось, Даша? По-моему, ты очень взволнована. Понимаете, все дело в новой способности. У меня открылась новая способность. Так это же очень хорошо. Покажешь? Да, но не все так просто. Они же шумели туда-сюда, туда-сюда. Я просто сказала, а они раз и как обратно, не знаю. Подожди, подожди. Ничегошеньки не поняла. Где? Что туда-сюда? Вот. Если б я знала, я бы как-то поудобнее. И как их назад теперь? Раз получилось в одну сторону, должно получиться и в обратную. Пойдем-ка, я хочу тебе кое-что рассказать. Оставить их в таком виде? С девочками ничего страшного не произойдет. А вот тебе надо успокоиться. Девчонки, потерпите немножко. Я скоро вернусь. Профессор, вам не кажется такая тишина несколько странной? Ну а что? Девочки занимаются. Хотя, согласен, немного необычно. А? Чуть я вас не подвело, господин директор.
Да нет же, это просто шутка. Это не шутка, профессор. Так, а где Даша? Девочки, где Даша? Дашу надо найти. Ей может угрожать опасность. Господин директор, но нужно же освободить девочек. Мы не можем вмешиваться в волшебство, природу которого пока не понимаем. За мной, профессор. Девочки, мы скоро. Ты отличница. Ты занимаешься, трудишься. С другой стороны, данное тебе от рождения волшебство пока не проявляется, и ты нервничаешь. Заметно, да? Не переживай. Через это многие проходят. Хочу сказать, что тебе повезло. Неожиданный стресс активировал твою способность. Ничего себе, активация. И что же, я могу использовать свой дар только при стрессе? Нет, стресс просто помог ему проявиться. Теперь твоя задача – научиться управлять волшебством. Господин директор, другого варианта нет. Вы думаете? Конечно, это Баба-Яга. Она заколдовала девочек и похитила Дашу. Бежим скорее. Я, как и ты, училась в школе для волшебников и тоже долго не понимала, какой у меня дар. Но вот как-то раз, гуляя, я наткнулась на целый клубок змей. Ой, боюсь змей. Вот и я ужасно испугалась. И от этого взлетела в воздух. Вот так я впервые научилась летать. Господин директор, вот они. Но это же Марлен, профессор. Эта яга превратилась в Марлен, а наша Марлен еще в отпуске. Но как вам удалось спуститься? Сначала не получалось. Долго болталась в воздухе. Потом взяла себя в руки, успокоилась, и все вышло. В этом и есть весь секрет. Хватайте, профессор! Попалась! Профессор, что с вами? Не уйдешь! Даша, с тобой все хорошо? Господин директор, что с профессором? Строит из себя наш преподавательский состав! Профессор, я отрежу ей путь к отступлению! Что вы делаете? Перестаньте! Да что ж такое? Сплошная активация. Марлен сказала, нужно успокоиться. Разблокируйтесь! Нет, глупо. Перестаньте! Что? Вот так просто? То же самое сказать? Дашенька, ты справилась! Спасибо вам большое! Я побежала к девочкам! Позвольте, профессор, но вы же сказали, что Марлен в отпуске. Да? Марлен, вы же в отпуске. Я так соскучилась по школе, что решила вернуться пораньше. Мы приносим вам свои извинения. Мы приняли вас за Бабу-Ягу. Неужели я похожа на Бабу-Ягу? Нет, что вы. Фух, вот и я. Перестаньте. Девочки, вы помните, что с вами было? Все помним. Ты нас замерла. Ой, как сказать-то? Занешевелила. Застолбила. Закаменила. Я очень боялась, что вы обидитесь. Да что ты? Мы тобой гордимся. Ты у нас крутая. Крутая у нас Марлен. Знаете, она как по перилам вверх. Вжих! Как школьница. Даша. Ой. Да ладно, что вы стесняетесь? Нам покажете, как вы это? Вжих! Ну, если хотите. Хотим, хотим, хотим. Но только чур, это будет нашим секретом. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Царевна-лягушка. Огонь! Разгорись! Защита! Растворись! И голове смерти явись! Смерть Кощея, покажись! Девочки, не отвлекайтесь. Тема нашего урока – ваш волшебный талант.
я? Меня спросите. А я копии умею делать. А я морозить умею. Стоп, 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 стоп. К доске пойдет... Василиса, прошу вас. Давай, не бойся. Попробуем все вместе разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса. Если у нее лягушачья фамилия, значит она... Подумаешь, лягушачья фамилия, это еще ничего не значит. Подожди. Василиса, да ты чего? А что я такого сказала? Да, как непросто с девочками. Ну что ж, встретимся после перерыва. Да что ж такое-то? Дверь этой пещеры никогда не откроется перед злым сердцем. Ты, какая старомодность. Где я вам доброе сердце возьму в наше время? Так. Не то. Давай на меня, держись, держись. Да нет в тебе ничего лягушачьего. Совершенно ничего. Лягушки вообще холодные, скользкие, с пупырышками. Фу. А ты очень красивая девочка. Красивая. А что тогда во мне волшебного? Волшебная красота. Вот и доброе сердце, как заказывали. Но вначале я стану одной из вас. А теперь за добрым сердцем. Мы что-нибудь придумаем. А я, между прочим, знаю, как волшебные способности поменять. Правда? Конечно, только чур больше никому. Я знаю тайную пещеру. Там хранится шкатулка, а в ней ключ к волшебным способностям. Бери любые, какие захочешь. Обморозительно. Дашка, ты настоящая подруга. Да ладно, чего уж там. Пойдем. Даша, подожди, это же не мне надо. Василиса, ну что ты? Пойдем. Стану девочкой-мотыльком или нет? Птицей буду летать или нет? Может, лучше в цветок превращаться, а вдруг сорвут? О, как это сложно выбрать себе волшебные способности. Даш, ты чего? Пусть она открывает. Но это же мне нужно. Не смей со мной спорить. Ладно, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Это же яйцо с иголкой, а в ней бессмертие Кощея. Теперь я стану бессмертной, а Кощей нет. Дашка, ты чего? Откуда у тебя метла, иди? Баба-яга! Бессмертие утонуло! Что же теперь будет с Кощеем? Нужно как-то достать эту иглу. А я не умею плавать. А я плавать умею. То есть, нет, то есть немножко, когда я... Что же делать? Какая красивая! Девочки, не думал, что вы у меня такие настоящие герои. И не побоялись ведь? Если бы не способность Василисы превращаться в... Ой. Да ладно,
Я же все-таки царевна-лягушка. Но просто лягушки-то совсем некрасивые. А ты красивая, я же видела. Да, с такими ученицами мне бояться нечего. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Занимательная аэродинамика. Ой, подумаешь, пятно на полу. Все равно лучше прикрыть его. Ну хорошо, хорошо. И где же этот ковер? Где же, где же, где же? О, вот он! Какой-то он не маленький. Донесем? А ну-ка. Ой, да он легкий, оказывается. Все будет в полном порядке. Не беспокойтесь. Кощей Кощеич, нам пора. Доверяю вам школу, Марлен. Не подведите. Я директор. Кощей Кощеич мне доверяет. Расправляй. Вот так. Ага. Вот и не видно ничего. Зря волновались. Ой, какой хороший. Такой уютный. Просто сказка. Ой, девочки, что это? Соня! Куда? Ой, девочки, ой, кажется, это ковер-самолет. Соня, стой! Помогите! Соня! Доброе утро. Я сегодня за главную. Как дела в школе? Марлен! Соня! Помогите! Бедная девочка. Где же она? Куда ее унесло? Так, за мной. Покажи нам Соню. Ничего себе! Мы тут с ума сходим, а она смеется. Это нервная. Ух, Соня в порядке. Но ковер неизвестно куда улетел. Откуда вы вообще его взяли? Из кладовки. Даша, Аленка, остаетесь здесь. Сможете выяснить направление полета ковра? Попробуем. Сможем. Варя, Василиса, мы в кладовку. Искать инструкцию. Море! Варя, не время для баловства. Вот, нашла. Назначение, технические характеристики, уход за изделием. Да не то. Вот. Управление. Управление осуществляется голосовыми командами. Подробнее смотри. Указания на обороте ковра. Ох. Соня и ковер удаляются к югу. Только бы повезло, только бы повезло. С чем повезло? С направлением ветра. Чтобы ковер вернулся, нам нужен сильный южный ветер. Так, юг там. Василиса, откуда дует ветер? С севера. Все пропало. Соня удаляется от нас. Подождите, может быть, не все пропало? Смотрите, чему я вчера научилась. Я попробую сдвинуть облака и остановить северный ветер. Держи, держи, Аленка, держи! Аленка, держи! Сложно. Алена, может, получится вызвать южный ветер? Нет, видите, у меня не хватает сил. Аленка, знаешь, как на качелях кататься проще? Чтобы вперед качнуться, назад отклоняешься. Правильно, сначала в одну сторону, потом в другую. Давай, все получится. Давай, 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 давай. Ветра 8 метров в секунду.
Увеличивай скорость! Ветер 20 метров в секунду! Смотрите! Смотрите! Давай! 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 Посмотри на обороте! Что? Не слышит. Читай на обороте ковра! Не слышу! Все равно не слышит. Читай на обороте ковра! Поняла, поняла! Спасибо! Чтобы взлететь, нужно сказать слово «сказка». Чтобы опуститься, хватит. Ой, Соня! Ура! Ура! Сегодня у нашей Аленки открылись новые способности. Идут! А вот и мы. С новыми учебниками. Прекрасно. О, я смотрю, вы тут уютно вели. Да. Хорошо. Вы так быстро вернулись? Вы знаете, профессор так управляет автомобилем. Просто сказка. Мяу. Да? Хватит! Ого, а вы, значит... Ковер-самолет уже освоили? Да. Молодцы, хвалю. Кстати, а пятно под ковром легко отмывается живой водой. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал.